Ой, а у меня... не знаю. Я, честно говоря, ребят, я сижу, зеваю, блядь. Хоть вроде... А вроде, блядь, и Легионов вот поиграть, а, еще так нет. Жень. Как сон тогда на прошлой неделе, в субботу? Нет, тогда я реально сожбал прям сон и сожбал. Что-то не может как-то от скуки сижу, что-то скучно как стало, не знаю. Не так и бодрячком, все нормально. Выспался я сегодня, точно проснулся в 10. Нет, просто ты его и тащил. Можно я пойду спать? Как я закончился, сразу в Легион полетел. Я не посел в Легион сразу же, ладно, бросьте, я пошел, блядь, сделать дела сперва. Ой, да, вот я ради интересного поспал, но мы там ждали, блядь, заходи. Я ужин приготовил, блядь, я все сделал, блядь, я там зашел, по-моему. Что я сделал? Я даже не помню, что я в Легионе делал, на самом деле. Сейчас вот так по фану лагает. Да, ну, там кто-то забагрил моба. Я, может быть, и зашел в него, блядь, и... Я знаю, кто это сделал, надеюсь, он признается. Чего вы побежали, блядь? Блядь, мы должны увидеть меня рано. Мы с ним должны быть тень. Беги, сейчас тени падает с шейка, падает с щитов. Убиваем, а это падают ботинки, вообще прям. И долгомога тоже заберем сегодня. Эх, сказочники. Две штуки. А то же реально, то сможешь топать две штуки. Да надо просто уничтожить эти два рана, и все, хватит. Я не знаю, где-то мы... В десятках что-то я не видел, чтобы две шмотки одинаково падали. Ну, может, где-то бегали, падало, да, две одинаковых шмотки? Падало, два кондера падало. Да, могут, но шанс. Не особо-то не шанс. Главное, что он не играет. Немало. Да. Нас она на X3 кто забрал первый ногу? Джазик, да, забрал? Дима Лейт импрувит. Я помню, я точно помню, когда Влад забрал кондер. Я такой, на X3, он сами пошел, когда мы с коленом закрывали копыта. Там что-то там пофиксили кондеру, кондер, а этот... Долгонок. Пофиксили, блять, ребята, все расстроились нахуй. Сейчас он на некоторых спеках даже лучше, чем раньше был, но потом он будет хуже. Пробежали по стенке. Чернобыль, Пета, смотри сейчас аккуратно. Да бери просто Пета и все, блять, Андрюха. Че, меня звали или что? Да, Андрюха, у тебя музыка какая-то играет? Нет. Ты кинул? Для расслабления. Давай. У меня музыка играет на ушах. Ничего, вы не против то, что я иногда... Больше. Я не знаю, какую петь музыку для расслабления слушать. Более... Только там не видос, надеюсь, музыка, ну, а? Ну, с Ютуба, там, я не знаю, запустишь как-нибудь, нет. Ну, тогда пойдите. Там еще Ваня скинул вроде бы. ПСК есть. А, не, Ваня, просто написал. Чего так? Не знаю. Будем слушать, нет? Отдал вам. Я у тебя петь как подопытный, знаешь, типа, короче. Ну, типа, ты ищешь этот нахуй. Как там? Середину. А чё она не играет? Сначала немного долго. А, не нравится. А где второй? Там группа Бегемот? Не загрелся, он стоит. Или что-то другое? Нет, там... нормально. Куда я выйдем? Не знаю, я в катке сейчас иду прям. Второй стан дайте. За лох хп будет. Ну, конечно, он любитель, не как он зайдет. Там инструментал, короче. Хз. Я хз, как это называется. Герман понял, да? А, все, понял. Дебаф повесил. Увеличение затрат маны на 100%.
А мы на зиме будем два боба давать? Или один боб? Один. Дай мне зайти двойняк, постараюсь вылезть, буду бегать. Типа там же все равно 2 минуты будет КД перед вторым бопом. Ну, Женя должен обязательно быть чудом. Первый боб, короче, идет в одного типа села, а второй боб идет в зиму, типа. Вот это звук, да? Такой караван мне нравится. На Волбит похоже, это не они? Это не они. Это Villager of Wainina City. Я что-то вылезло в рекомендации. Порубил. Ну, что, послушай. Не, хорошая музыка такая, я такое люблю. Я говорю, на любителя. Ну, я такой люблю, говорю. Я под вот эту вот песенку как раз бил, смотрите, я вообще похуею. Что там произошло? О, проводник, пошли, вынесли. Вот вы нарисовали дриник, все отказывайтесь, я скоро его буду качать. За 4 голды задушил. Задушу. Не шарится, он хотя бы не слышал. Пресс. А, понял. Здорово, не говори. Типа давай. А то я ж... Как меня Инор просили, так и просили. Не помню, честно, напомни. Так, а, там Инер, да? Нет, там Влад. А, это Митсубиси вроде. Да. А так меня не было в плане в этот момент. Был. Не-не-не. Я с Митсубиси вообще почти не играл. Я тебе говорю, он вообще не играл. Когда ты был, это прям 1000000%. Он вернулся уже после перерыва. И ты был в рейде. Смотри. Так. Может быть, я с Митсубиси за все время с вами, может, раз-два в рейде был, все. Больше не был. Ну, отвечаю. Мне как бы... А там что Егор, что Андрей, там желающих было много. Поэтому, как бы, я Стаса плохо помню вообще. Я говорю, мы с Каленом очень много играли до этого. То есть, ты караган, я с Каленом ходил. Я помню... 245-й, что ли, с ним начал ходить рогой. У нас было до Арана, потом мы первый раз Арана убили. Это вот тоже когда 245-й был. Что ни одной шмотки не полутал. Потом запах с ним выбил. Ну, молчать это в районе 250-го с ним убил первый раз. Но с варом танком ходить на гнева это прям себя не уважать. Чего не хочется? Да его сейвить надо просто, как не знаю кто. Там еще повезло, у Коли была белка. А белка единственный класс, он там с уменьшением магического урона был на тот момент. Если б не белка, Коли, там вообще хрен бы убивали до этого гнева.
Там вон писечка-писечка как раз у него оставалась под тринкой. Не было ж тринистого города, он там... У него триня была с РБК, когда он танчил, помню, и часы были. Еще с РБК триня понятнутая была. Да, в натуре. Я просто говорю, он такой писечки вызывал. Если б не белка, то там все, было бы... И ты знаешь, как Коля относился к ДЦ-снику? Точнее, ведь Каран без ДЦ-сника просвистнет. Ну, это после нерфа, наверное, до нерфа без ДЦ-сника. Точно, блядь, я не помню, после нерфа убили или нет. Вот молча только после нерфа, точно. Причем, а, рано... даже не после одного. Нет, вот то, если убили, то после одного, скорее всего. Потому что я помню, был еще нерф, да, уже мы скальнули вообще на изи его закрывали. А потому что первый раз... Когда мы ходили с ним, ну ты знаешь, как Колян тут все делал. Мы ходили с ним дня 4, короче, тупо на Арана. И вот один раз он нам подался. Ну, меня сейчас поправят. Да, по-моему, Коля единственный раз убил, ну, первый раз он убил Каражан с нами, а не сам. Он меня поправил. Он с вами шаманом ходил, 100%. А со мной он ходил на Варе. Постоянно. Первый раз он закрыл на них 2, как он говорил. Короче, я с ним ходил точно, он на Варе. На Варе всегда ходил, он еще танчил. Было больно. Особенно на гневе. Я раньше тоже ДЦшников недооценивал. Вы что, они не хилят? Не, я и создал ДЦшника, потому что интересный класс такой, типа, прям еще и специально нагу сделал, чтобы прям бахать рейд конкретно так. Еще классочку закидываю. У меня было по планам либо ночного эльфа, либо нагу, но ночного эльфа надо было там геморроя дохера, падать было. Ну, ночной эльф все равно как-никак профит. Ну, как бы да, наверное. Но тоже приятная каска дополнительная, плюс 1% магического урона снижает на пачку. Тоже приятный бонус. Так, что еще тут за билки? Сейчас я скажу, что еще у меня. Скорость плавания увеличена на 150. Еще дыхание бесконечное, кстати. Вопрос, сейчас тактики много будет? Ноль должно быть. Нет, они знают всю тактику. И Никотин, и этот, и Майлик хорошо знают тактику. Я даю первый боб в пожение. Потом, если что, Майлик второй раз. Не будут волки, если он сам выживает, может. Волк дает боб. Марик. Ой, Марик, а этот, тебе зубы нужны будут, Войк? Я хуй знаю. Танчил вообще этого босса, декартника? Да, танчил. Ну так как ты прожимки распределяешь? 4 прожимки есть. Так, прошу прощения, сейчас надо отойти буквально 30 секунд. Ладно. Короче. Короче, ты когда у тебя не будет прожима, смотри, просто сам сейчас звучишь, типа, надо сейв. И типа он тебе дает щит. И все. Во время каста. Я не думаю, что его щит спочтал. И сапрот выпей. Войд. Есть сапрот у кого? Бутылка. У меня маленький. Ну, наверное, как бегу пока туда-сюда. Ты, кстати, можешь спросить еще, допустим, если не уверен, что выживет, можешь просить, тебе никотин может каждые 30 секунд еще очень сильный сейф закидывать. Мы благодаря ему тоже выбиваем. Короче, это... Ну, бой там, типа, начинаешь, первый каст, типа, ничего не жмешь. Ну, типа, знаешь, второй каст зеленка и так далее. Короче, когда тринил будешь нажимать, прощение никотин тебе тоже закинет. Обилку свою. Все готовы? Да, я пропал.
Петя, никотин еще не здесь. Так поменяй печь со мной местами, дайте. Да он чаром залезет туда, как правильно. Ну, да, в принципе. Никотин, смотри, может быть, войд в другом месте босса чуть-чуть держит, смотри, чтобы тебя не убило. Отойди лучше подальше. Ну, не знаю, но стол может и не сработает, смотри, там, встань куда-нибудь. Все равно вернулись. Сацуни, Женя? Да-да-да. Женя? Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Все, иди, пуля. Да я музыку заслушался. Чё, покатило? Ну я сейчас фоном поставил, нормально. Да. Поделаться чуть-чуть. Не, ну такое слушать еще можно. Нормально так. Долбоко. Опять сочувствую. Ставим эльфа. Влад, есть ПСК отдавать? Нет, 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 нет. Это что? Я Чернобылю отдам. Это откатится. А тут каплю можно давать или меня шокнет? Последний. Можно, давай. Нет, не хватит. А давайте на следующих лучах слово хуй напишем. Обязательно. Ты уже предлагал. Я хотел посмотреть, но там не особо нихуя не видно. Все смыто, знаешь. Это надо взгляд сверху. Ну я скрин сделаю, потом выложу. Ну, на следующее отдыхание можно счету. Сколько счету? Надо зубы. Я не сказал точно что. Да. А, нормально. Накоплял, да. Все, побежали, шериф, нахуй не дамажим. Не, ну слабенько можно заберёте, да? Я заберу. Зима к никотин бегает. Возьми. Не, он про зеленый петь спрашивал. Никотин чисто босса бей, его форсируйте сам, пока там дебаф пропадет. Нет, можете вообще по чуть-чуть подбивать, только не сильно. Не надо сверху. Зеру, давайте. Поехали. Андрюха, ты серьезно сказал или с подъемом? Я сказал, что чувствую, то, что ты не можешь быть эльфом, сейчас бы ты вниз ушел. Ну так это сарказм или серьезно? Сочувствую, это, ну типа, а не без сарказма. Ну ладно. Ты же понимаешь, что это для тебя больно. А че это ты смеешься, Андрюха? Бой. Не, ну потому что Петя, знаешь, перевел в это русло такое, знаешь, стрёмное. Нет, я по меткам, все по меткам. Я не перевел, я просто уточнил. Не, без сарказма. Сколько меня? Типа, нет смысла в этом плане подъебывать. Итак, калит. Не надо было сдавать боб. Ну ладно. Калит, есть два боба больше. Окей. Еще две минуты. Ну, можно откатиться, вот. Наверное. Бесит. Интересно, от чего это зависит. Если что, могу как лезать. Я продолжал. Чернобыль лучше не психикейт. Да, нельзя улегзать. Короче, каплю, да. Зубы когда есть, если что. Сейчас надо будет щиток просто. Ну, это дыхание. Печь, если что, к тебе не могу пробежать. Сейчас очень поуже пробегу. Выжил. Все, фазу побежал. Выживи. Мне щитка твоего достаточно, чтобы не сдохнуть. Так же никотин хуярит, его просили и все только. Влад, отдам ПС-ку. Блядь, я еблан, вот еще накинул.
Да говорю, можете по одной пульке закидывать, я же подкидывал. Не могу кастомировать. Это вот никотин отшотает. Нахуй, чтоб там всех, он просто один пускай туннелит и все. Давай, Саша. Ага. А нахуя, чтоб он туннелил? Чтоб быстрее убить босса. Там крик на хп потом обнимешь. Ну давай, щиточек, давайте, щиточек, блядь, шейка, давай, давай, давай. Давайте кольцо силовое, давайте. Нет, щит, щит падает, щит и шея падает, а вообще огонь. Дайте ноги на крит дух. Да, лга, ног. Да, лга, ног. Осторожно. Боб 30 секунд. Женя, дам через. Женя постелен. Отбегай влево. Женя, Боб, дайте. Меня к нему нет. Малик, значит. По тебе давал. В смысле, по мне давал? По фугасному давал. Да я похилю, похилю. Значит, ты просто не бросай нон-стоп. Просто. Я знаю, знаю. Все, Женя, сбрось. Не парит. Печет только прохильте. Ну ладно, побегу я подхилю печь. Женя хилит. Да, я подхилю. Капля, скатил, смогу каплю дать. Я, у меня дубы есть тоже. Ну давай сейчас, давай. Отдал. Не, блядь, я дубы отдал тоже. Да заебись. Я тебе на следующий раз прожимку свою отдам. Он уже сдох. Все, фазу. Ну, возможно, мы за нее убьем. А может быть, и нет. Убьем. Да не, не убьем, нахуй, давайте падать. А, никотина дальше, просиливает и все. Подожди, ну сак его пока раскол. Вот, если стопетка есть. Не надо. Я тогда Чернобыль закину. Интересно, если Freedom протопал себе даст, он может под этой хуйней типа бегать? Уже тестили, нет. Убьем. Больше урона. А чего хочу? Бесполезно. Да нет, чего только 25, когда он типа именно в фазе тьмы, вот этот дебаф когда висит. Гацушенька. О, нахыпало нормально уже, я беру. Сейчас Женя идет сразу вот это чарить и втыкать сокеты и всю хуйню, чтобы быть максимально полезным. Втыкать сокеты. Женя так нормально оделся. А сокет бонус это гениальный, конечно, для 60-й шмотки. Да. Плюс 2. Не, ну по-хорошему Женя это сразу, если он выразит ему, одеть это. Пусть реально, и сейчас бабок... Бабок скинуть, чуть подкинем. Ага. Проверяй. Андрей поможет. Женя уже микрофон дышит. Это пьяный изо рта, почти 260 будет. Причем, походу, дышит не ртом. Я Женю обезопасил просто. А чё там у Жени, кстати? Не, ну да, если мы сейчас все это зачарим, да, это, одеть, профитом будет. Ну, плюс. А в смысле? Да он уже 250-й хапуга сейчас будет. Да, 250+, плюс, если он надевает, он будет 250+. Чё здесь? Да, ну по факту... Он мог 255+ одеть, если бы нонсет взял. Ну, еще плащ говна, конечно же. Да, плащ такой себе. Плащ огонь, ты шо? Плащ падает только с мороза там. А шея-то какая, ух! Какого мороза? Я на кастер говорю. Ну, так на кастер плащ падает с МП5. А че он шею не ролил вчера, падала шея за кастерская? Так у него есть тактика, нахуй, он придерживается.
Так, я понял. Да. 258-я скрея была. Он ее герой был. Че, Жеки отдали? Отдали Жеки, да? Ну что, мне лететь? Все ставить? Конечно, летит. Ты че, это плюс 150 где-то СПД, это прохил. А щит разве больше СПД дает? Намного. У него 245-й какахи. Ну, да. Какая у него задача, я сейчас скажу тебе, Никутина. Отбегаут, приказ тебе бегать, размораживаешь. На... Когда сказали, кем следует под сейф, отдал под сейф, косты под конец сбиваются. На бесконечной зиме всегда под 50 на 50 бьешь босса. Кош тоже не забываешь назвать. И на месте не стоишь. Курите две минуты, расслабьтесь. Не могу ответить, у меня котейка на колено, на коленках сидит, спит. Отлично, подключай. Сегодня хочет, на самом деле, лут приятный. Женю как приодели. Сколько гессонит стоит, кто шарит, кто знает? Что это раз? Гессонит, рыжий камень. Тебе дать? У тебя есть 6? У меня один с собой есть, могу один дать. Ну, он не спасет, короче, сейчас я тоже слетаю. Он будет стоить голды 500 ватт, не больше, ну плюс-минус. Я могу тебе, если твои голды, чуть подкинуть, если надо. Так, еще выручай, нет. Что? Давай. Сколько надо? 6. Это сколько? 3 получается. Но у меня есть 4000 с собой. Я тебе могу так кинуть. Ну, я спасибо. Сейчас. Сделаю намного более веселого фроста. Так, не то. А у нас еще и сова есть. Ну вот, если там бабки останутся, захватишь саппорта еще одного или два. Одного достаточно будет. Да, у меня 2,5 стака. А, замечательно. Ну, я тогда пока поспамлю в ОФГ людей на добор. Что-то Саня там вроде добирает норм челов, потом бац, 187 маг, бац, 150 хант. Как это так? Для чего я их добираю, чтобы гильзию качали. Я их сразу типа предупреждаю, помогать никто не будет одеваться, они окей, ну, гильзию качают. Я просто вот из-за того, что каждого одеть, типа, пытаются. Не-не-не, я сразу их предупреждаю, что им никто не будет помогать. Они окей, что пусть качают гильзию до 25 уровня, потом просто таких добирать не будем, и все. Этот, Линкани, Рога, Пинок, Ивар, Зуботычный, пожалуйста. Слышишь? Войт, у тебя вообще додесного спека нет? Не, нету. А, Иварь, нет варианта сделать? Ну, так шмота никакого. Сань, ну зачем? Только это потом... Там. Это лишние риски, типа. В каком месте это риски лишние? Это, наоборот, увеличивает нашу вероятность убить. Гораздо увеличивает. Чем больше ты пытаешься дать. У него прилетают две плюхи, даже не одновременно, и он умирает. Нет, не умирает. Ему просто. Как мы сделали? Мы просто надели танка 38 тысяч примерно здоровья, и как он не умрет уже. Там плюс 1000% тайму нахи уровня. Но за две плюхи как-никак сложит без зеленки. Язык, плюс зеленка, и все в начале.
Ни разу не умирал. Зеленки достаточно, да. Точно. Типа в FDK он просто это иногда не везло, и в него после зеленки также прилетало, он умирал. Конечно, не часто, но это просто не везло. Ну это в FDK, у него хпшки мало. Ну, 40 тысяч вроде, нет? Почему ты сказал плюс 1000 урон, если это на 20% увеличивается урон? Там стаки. Не, это понятно, что стаки, но... Я в образно сказал, я не знаю, там плюс 100% урон. Знаешь, чем отличается? Ну что, плюс 20, то есть залетает две штуки в себя, это плюс 20% урона. Ну, допустим, одна залетает на 15 тысяч, вторая будет плюс 20%. Вот 15. Знаешь, чем отличается этот рейд от того, который мы драйли? Тут два паладина, а у нас всегда был один. В одного паладина вообще какой-то так тяжело, в два паладина. Две джаги висят, все бафы есть. Восполнение всегда висит. Под еще два бапла, два бопа есть. Сейвы есть, сказка. В идеале, конечно, хэпау. Ну и байрпау тоже надо. 4, 3, 2, 1. Рога тут? Линка не пинок, я хочу это запилить. 10 секунд кулдаун пинка, или что ты хочешь, пинок? ID надо. ID не знаю. Линка не его через shift в чат. Пойду поставки пособираю пока что. Сервер с умом лежат. Чернобыль. Влад, тебя уже можно суманить или нет еще? Нет, я сейчас, я быстро. Короче, я тут. Че вы тут? Вернулись уже все? А че у тебя Ганька и Тамлоу не поднялся? Забагался, что ли? Постарел. Не, да, 6 свиней будет... И 53-й давайте. Этот Хики Линкани, Зуботычину тоже ID посмотреть. Андрей, ДК есть на хосту желтый? А? На хосту желтый есть? У кого-то желтый? У меня. Приход у меня есть. Нет. Камень у меня у вас. Не, есть на хосту, но без мелкого. Не, я сейчас все будет. Это не это. Ты не у меня просил? Нет. Вой. Не, я зуботычен. Чуть-чуть моя зуботычена. Я ID заклинание посмотрите. Короче, это, что там, собираетесь, будем что-то делать? Да, здесь да, у кого-то сапроты, дайте сапроты, продайте. Все отдам. Я готов, сейчас вхожу из мира. Кто такой Попов? А, это я. Попов. А чё? Не, можешь кикнуть, но я тебя разобрал. Я значки гильдии использую. Не, правильно, я имел в виду просто... Был ветеран. А-а-а. Кто такой Попов? Попов, блин. Доктор. Попов? Ветеран Попов. Попи ветеран. Так, это для бабов много закупите с регами, пожалуйста. Я лично закупился. Я потом джуса поставлю. Так он стоит уже. Ну, я потом еще поставлю. А, блин, песня, ты прям истину глаголишь. Не, ну у меня 100 для пала, 50 для приста и 50 для друида есть. Красавчик, просто красавчик. Заходи, Санёк. Киньте ещё раз. Мяли называется рецепт, учится у тренера. Ты про почту? Я хочу червоточину скрафтить, но мне так лень. Но она такая удобная. Но лень больше, чем удобность.
Тем более я сейчас квесты не делаю, так что ну, нахер оно надо. А КД сколько секунд подавления боли? Или там талант какой-то на снижение есть КД? 2,4. То есть 2 минуты 20 секунд. У нас по стрелам есть мое богословление волн, это плюс примерно 3000 здоровья. Сейчас посмотрим, сколько точно. 1500 здоровья. Для кастеров, для миликов будет побольше. Саня, ее, типа, ее надо давать только на фулл хп, чтобы она что-то дала. Если ты не на фулл хп. Нет, она не так работает. Она так работает, я проверял. Если ты ее не на фулл хп даешь, она тебе хп не прибавляет. У тебя просто максимально больше становится. А, ну в принципе, да, ладно. Давай проверим, я сейчас сниму шмотку, да. Не-не-не, ты прав, она на фулл здоровье работает. Жена. Пожалуйста, сделаем костыл. Видишь, плюс 2 костыря. Ну, тебе. А, ну да, это все. А, все, я в процентах просмотрел. Процентов не прибавляю. ХП больше становится, да. Сука, рядом с накомальней, да чтоб ты было. Че вы там, ребят, собрались с мыслями здесь? Прокиньте сон, пожалуйста. Дико извиняюсь. Да ёбана. Владик. Кто знал, что чтобы надо сделать дырку, надо рядом с накомальней стоять. Кстати, надо быть кто-нибудь до шляпы на кольцами. Свою выложить. В тряпочную. Короче, делать дырку. У кого-то микрофон сломался. Да, я буду слышать. Да, у тебя опять. Саня, ой, Петя. Как полагает? Репит. Раз, три, два раз. Вот. Я таких называю гоморобот, если что. Как? Гоморобот. Чего, блядь? Шкаф поставь, пожалуйста, еще раз. Я на месте. А, камушки, пожалуйста. Камни, знаешь, что поставь. Так, кому это, саппорт это нужно быть? Саппорт надо у фолову. А, саппорт мне Женя дал, теперь же не надо ничего. Александр. Нет. Я думаю, хватит. Ну давай. По 100 голды, я вообще 4000 дал, я еще 100 читал. Короче, давай цеплять вот так, чтобы никого не... Вот несправедливо, вот. Все, спасибо. Так все тут на присутствии, блядь. Надо попиздеть чуть-чуть. Короче, сегодня будем бить без меток, блядь. У вас только метки над головами, ребята, что вы все ориентировались, нахуй. Усложняем задачу. Короче, смотрите, становимся большим полукругом вокруг Христа, это касается РД-зоны силов. Все, мельги стоят у нас в рамбе. Что будет происходить? Сразу, знаете или не знаете, просто все озвучу. Будет, то бишь, у нас вне фазы, то бишь, кастоваться три коста, то бишь. Ледяная стрела, короче, и огненная стрела, типа. Прилетел сбивать всегда ледяную стрелу. Сбиваем каст в конце. Первый сбивает у нас войс, второй сбивает у нас хики. Третий никотин, если что, там, если что, у кого случилось. Стоите вы все в рамбу, напоминаю, милики. Также, если у вас кастуется огненная стрела, ваша задача выбежать, особенно милики. Это ваша приоритетная задача, то бишь выбежать в сторону, либо лево, либо вправо. Ледяная стрела может быть, короче, закрытая, то бишь она не сбивается. Соответственно, то бишь этот человек, который будет озвучен, бежит в крест. Если этот человек не бежал в крест, ну вы ориентируетесь либо по метках, либо это будет мелизона. Соответственно, если следующий каст кастуется, просто мы представляем ситуацию, короче, кастуется следующий каст, огненули у нас никотина, ему сказали никотин, он, соответственно, бежит либо в крест, либо в того человека, где он заморожен. Вокруг вас такой будет круг. Вот этим кругом надо этого человека зацепить. Если вы этим кругом не зацепите, короче, до тех пор, пока каст докастовывается, то бишь каст докастовывается, летит в вас, взрывается, идут типа брызги, таким образом вы размораживаете цель. Вот вся механика разморозки, типа. Запомнили. Потом, короче, если венец, соответственно, типа, давайте, короче, вы делитесь по два человека, то бишь это касается мелизона пока. Типа, условно, вот, представляете ситуацию, сова это мелизона, типа, условно, давай, короче, вверх и хики, и никотин уходит влево, с пацуной мали вправо, типа, по два человека делитесь, кучу не стоите, чтобы, когда будет венец пламя, чтобы подкасты всю мелизону не ебашу. Танк стоит, танчит спиной к кресту, всегда.
Теперь по фазам. Ну, мне спальня рассказал, стоит медведь. Вторая фаза у нас, короче, это идет ну, по сложности инферналы. Ваша задача на инферналах Чернобыль, соответственно, всех КС бросает. Милики, ну, короче, все начинают бурсить элементалей слева направо. То бишь, соответственно, вы с ромба бежите сразу туда налево и бурсите этих инферналов. Все бурсты должны быть выданы именно в инферналах. То бишь, смотрите, вне фазы, то бишь, вы, типа, вне фазы венца, инферналов зимы, вы сдаете только бурсты минутные. Оставляете все брусты, короче, либо когда мы добиваем босса, если такое будет происходить, либо же в тот момент, когда надо бить инферналы, все. Трехминутные брусты не тратите, поняли, короче, да? Убивая инферналов, надо будет быстро убивать, очень быстро. Милики, вы сдвигаетесь на следующий инфернал на 50 тысяч хп у моба. Не на 100, а именно 50 тысяч у моба, вы сдвигаетесь на следующий моба бить. Запомни, РДшники добивают. Дальше, будет зима. Зима, что такое зима, короче? Это, короче, идет ОЕшный каст по всем, еще плюс кастует босс в это время. То есть ваша задача в это время, типа, ну, приоритет, короче, прыгать, типа, либо вправо, либо влево, типа, ну, в своем месте. Это касается РДшников. Милики, вы, соответственно. Под боссом остается у нас Хики и Войд. Войд сбивает первый каст, Хики сбивает второй. Все остальные милики, Никотин, Сацуны, Майлик, вы отходите, типа, за ром туда. Набираете между собой ренжу и там прыгаете, соответственно. На зиме вы даете все свои сейвы, типа даете свои сейвы, типа условно, короче, маз жмет на глыбу, короче, потом у фола хота, если жмет, получается дубовую кожу. Фики дает, короче, как это, блядь, шиве дает, и бой дает массейв. А дается один боб у нас на скибиде. То бишь, Майлик, твоя задача, ты будешь первый давать ему боб. И смотри, давай боб ему, как, не сразу же, а давай, короче, как начался, в секунду, где там, раз, посчитай и дай ему боб. Типа, не сдавай, блядь, раньше каста, типа, началась каст зимы, типа, а ты уже сдебал. Именно когда начинается зима, ты даешь ему первый боб. Также, касаемо мастер-аур, Майлик, забери ты первый лед, чтобы ты первый сдавал мастер-аур. И также, типа, первую зиму ты будешь все сдавать, три минуты. И именно мастера узнаешь на 30 секунде каста. Типа, условно, первую секунду каста даешь боб, плюс за КД там секунда, и сдаешь мастера. При этом еще сдается у нас мастера АДК. А есть у тебя 4-4 или я нахуй просто пью? Есть. 4-4 есть. И смотри, сдается вот этот каст, вы начинаете прыгать. Обязательно прыгать. Сбиваете каст, в конце касается, кто сбивает, Войд, ты сдаешься, сбиваешь каст ледяной в конце, Петя также сбиваешь каст ледяной в конце. Женя стоит оверхилит, это все говно. Получается у нас Саня просто щитует, прыгает, если щит спал, слотаешь и бросаешь молитву. Все, можешь, если, блядь, если там какая-то ситуация, ты умираешь, просто ауешный взрыв, ебать, типа вот этот, прохилил на себя. Если не успеваешь чем-то другим себя подхилить. Теперь касаемо фамильяров и ДЦ. Короче, смотри, начинаем бить, остаются у нас два фамильяра, берешь одного в таргет. РДшники, как показала практика, вы сдвигаетесь желательно все в ром. На фамильярах вы становитесь в ром, чтобы между вами была ренжа чуть дальше, чтобы каст летел дольше. Это, оказывается, помогает. Саня, щитуешь, смотри как. Щитуешь всех, но именно щиты не перебиваешь. Это очень важно, типа, короче, именно если щит сбили, тогда его вешаешь, или щит сам просто по таймеру пропал, тогда ты его вешаешь. Если у нас остается третий инфернал остается, мы бьем его, и два раза влетит дырявый человек, условно, дырявый человек, это может быть даже ты, типа по хп. Ты щит на себя сдал, щит тебе пробили, и следующий, допустим, у тебя шот, и ты сдаешь себя зубы обязательно. Не жмешь ничего, именно надо засейвить. Можешь раз уйти себе дать. Типа, если в два раза в дырявый человек летит, там, не знаю, надо сейвить. Бойчик там уже щит маны поставит, и он засейвит, условно. Чернобыля питомец есть, он разделит урон. Ну, ты, типа... Это а, афлик. Ты ж, блядь, ебаный афлик. А есть возможность спехнуться в Дестрика, потому что на големах афлики бесполезные? Вот сейчас он, блядь,
А такой вопрос еще, почему вы прыгаете, а не просто бегаете вокруг босса? Когда прыгаете, ты словляешь момент приземления, большая вероятность словить второй стак. Когда бегаешь... Я никогда не ловлю стак, вот честно, буду без пизды, ни разу не ловлю стак. Посмотрим. Ну, бегать, по-моему, профитнее. Плюс, когда если никотин будет бегать и бить возле босса, он может бить все время под 50 на 50, его хилить вообще не нужно будет. Смотрите, короче, ребята, типа, пускай, если вам удобно бегать, вы бегаете, короче. Но вы не должны бежать так, блядь, чтобы вы кого-то зацепили. То бишь, если вы бежите, вы бегаете либо у себя по кругу, там, не знаю, вот так, как сова бегает, либо где-то там, блядь, по стеночке, и чтобы вас сил доставало, то должны понимать. Вы, короче, далеко то не должны слишком уходить, потому что вас там, блядь, не просилят. Соответственно, типа, вот, вы можете даже на месте бегать, но смотрите, вот так не будет работать, вот так работать не будет. Надо работать именно, чтобы вот так. Был, типа, полноценный шаг. Не будет полноценного шага, будет вешаться дебаф. Дебафы не спадают. То бишь, если вы один стак налутаете, он не спадает. То бишь, если вы дебануете 2 или 3, он не спадает с вас. Вы уже будете по 3 стаками. Можно предложение сделать одно? Какое? Вот смотри, как били мы с Крызном, вот как раз таки без ДЦ-шника. Все милифники, вот допустим, это Аран. Вот Аран. Милифники все бегали по мелкому кругу, вот так вот вокруг Арана. И шаман их хилил цепнуха, это было гораздо проще. РДДшники все тоже бегали полной пачкой, одной. В холле села инферналка, просто немножко в бок отбегал. Что касается милифников, что касается РДДшников. И шаман просто хилил цепнухой их. Этот момент. Также, когда Майлик сможет бить босса, у него может быть прок тоже на хил. И он тоже может подпиливать вместе с Сосуны. Ну, это мы так с Коляном били. Это да, без это верно. Но, Саня, надо, чтобы каждый человек следил на земле. Нет, просто я знаю один человек, который озвучивает, кого залетает инферналка, и этот человек среагировал, выбежал. Кто? Практика профит не теории. Да. Короче, я скажу тебе вот так. Ты меня заколебал со своим, как я бил с Кальдеоном без ДЦ, это первое. Вот честно, заколебал. Это не работает сейчас. Второе, в твоей идее есть, типа, хороший смысл. Мы уже так пробовали. Типа, если люди будут отслеживать милики, особенно будут быстро отслеживать, типа, именно милики, а не ты, блядь, будешь во время касты, либо я буду хотать сидеть и еще что-то делать. Если они будут сами делать и отбегать, выносить инферналку, и выносить инферналку в сторону не от РДДшников, пускай ебашат, я не против. Но если они в этом не уверены, пускай просто отойдут в сторону. Все. Ну, это просто очень сильно упрощает хилы, это я очень, очень сильно. Когда вся пачка РДДшников бегает в одной пачке, Женя просто цепнуха их всех хилит, и все. Ну, нет, я просто предложил, все, короче, молчу. Давайте. Мы, типа, баблы все в первую зиму сдаем, да? Что? Мы баблы в первую зиму сдаем? Я даже не знаю. Давай, короче, сейчас в первую зиму вы дадите баблы и похуем, типа.